И, очевидно, это еще не самые последние военные сюрпризы, которые ожидают армии оккупантов на территории Украины. Об этом мы не только поговорим с кандидатом политических наук, член-корреспондент Украинской академии геополитики и геостратегии Станислав Желиховский присоединяется к нашему эфиру. Добрый вечер. Добрый вечер. Давайте поговорим о том, что получила Украина после визита Зеленского в Соединенные Штаты Америки, поскольку мы знаем про эти 8 миллиардов. Но вы сейчас сюжет посмотрели, знаем о том, что F-16 тоже уже на подлете. Но это еще, очевидно, не все, поскольку в октябре ожидается Рамштайн 12 числа, там будет президент США Байден. И на что можем рассчитывать? Действительно, мы видим, что в последнее время очень много э, есть пакета пакета помощи нашей стране, которые э, касаются как э, сферы военной, так и сферы экономической. И для нас очень важно, чтобы Украина могла далее противостоять российской агрессии. И не только противостоять, но и совершать какие-то контрнаступательные как операции. Э, в частности, это и касается э, тех ударов, которые мы можем... Э, э, те удары, которые можем наносить в тыл противника, и это однозначно может позитивно повлиять на ситуацию на поле боя. В октябре, действительно, произойдет очередная встреча форматерам Штайн, который возглавит президент США Джозеф Байден. Это, вероятнее всего, будет Последний его визит э, в Европу э, перед президентскими э, выборами. И я думаю, что как раз таки э, то, что он будет возглавлять этот формат и э, то, что там может быть, э, что там будет присутствовать президент Украины Владимир Зеленский и многие другие мировые лидеры, будет свидетельствовать о том, что будут приниматься важные решения. Э, в частности, это как раз таки будет касаться имплементации плана победы, который презентовал президент Зеленский на полях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. И фактически это будет продолжением обсуждения этого плана, но уже в более практической плоскости, учитывая то, что как раз-таки формат Рамштайн будет удобным инструментом для этого, так как он это делал на протяжении нескольких лет, ну, с, с, фактически с начала стаба вторжения Российской Федерации в Украину, а это означает, что можем надеяться на дальнейшую поддержку наших партнеров. Но я думаю, что этот визит будет касаться не только предоставления тех или иных типа вооружений, но и также будет, скажем так, объединять вокруг себя европейских лидеров, главным образом канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Мануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, с той целью, чтобы можно было надеяться на то, что они также возьмут на себя тот ту, ту ношу военную и экономическую, которую сейчас преимущественно имеют Соединенные Штаты Америки. Так, да, Германия, Великобритания и Франция много нам дают, но стоит понимать, что не исключено, что будет сделан акцент на более масштабном их участии, учитывая то, что сейчас Соединенные Штаты все больше и больше, скажем так, заняты своим и внутренняя политика связана это конечно же прежде всего с выборами, которые произойдут в ноябре месяце и неизвестно кто на них победит и естественно сейчас очень важно чтобы можно было подготовить наших партнеров, чтобы они могли скажем так подстраховать США на и на момент этого избирательного процесса и на период после, потому что неизвестно как я уже сказал во-первых какая будет администрация, но а во-вторых, даже э, уже когда и будет известно, и, э, скажем так, да, независимо от того, кто, кто победит, но, тем не менее, новая администрация, наверное, будет войти в курс дела, а поэтому э, нужно будет, чтобы европейские партнеры э, взяли э, вот, вот такую львиную долю помощи Украине, потому что, как мы понимаем, враг э, продолжает свою агрессию, он не будет останавливаться и ожидать, когда там что произойдет в западных странах и тому подобное тем более он не будет ожидать когда будут принимать какие-то решения касающиеся помощи Украины наоборот он будет стараться воспользоваться этой ситуацией. и поэтому чтобы не было каких-то скажем какого-то такого Окна возможностей для России. Я думаю, что об этом как раз и будут говорить наши партнеры. Ну и, конечно же, ждем позитивных новостей тех типов вооружений и тех технологий, которые мы можем получить, потому что сейчас очень серьезный и очень непростой этап войны. И как раз-таки это связано с тем, что Российская Федерация хочет буквально продавить фронт, чтобы достичь тех задач, которые были поставлены еще в начале полномасштабного вторжения, чтобы иметь, скажем, потом более более высокие переговорные позиции и для Украины важно не допустить этого, поэтому я думаю, думаю, что наши партнеры помогут нам и обороняться, ну и, конечно же, иметь возможность самим совершать какую то наступательные операции, например, на том же таки Курском направлении, потому что, как известно, с тех проектов еще плана победы, там эта тема как раз таки прописана, этот кейс, и я думаю, что как раз таки в этом направлении можно двигаться, чтобы Украина в свою очередь имела более высокие переговорные позиции, потому что параллельно этому всему процессу происходит процесс мирного урегулирования, и не исключается, что в ближайшем время еще за каденции Джозефа Байдена будет созван второй саммит мира, ну а там уже будет приниматься решение иного характера, ну в частности о том, каким образом и можно ли вообще сейчас, скажем так, остановить активную фазу боевых действий. Вот ä, президент Зеленский, процитирую его, я представил план победы, и мы договорились, что уже вскоре в Германии в формате Армштайн обсудим наши шаги вместе с союзниками. Октябрь, время решений. То есть, ä, в подтверждение ваших слов, это то, что говорит президент по итогам э, визита в США. Э, интересный момент был с Трампом. Он не хотел встречаться, он говорил, что не может, что ну, у него обстоятельства. Но потом все же встреча состоялась, и очень многие были удивлены. Потому что российская пропаганда накачивала информационное пространство тем, что Трамп чуть ли не на их стороне. Но мы увидели совершенно другую ситуацию, как вы ее увидели. Ну, а Стоит понимать, что э, Трамп еще с самого начала не утверждал, что он однозначно будет иметь встречу. Я думаю, что тут э, как раз-таки это связано с внутрипартийной э, 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 агендой. И э, поэтому, учитывая, что Трамп сейчас очень много посещает различных митингов, встреч и тому подобное, он мог и не знать, сможет ли он встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, но этого не исключал, потому что... Это, конечно же, важно, учитывая то, что Дональд Трамп хочет победить на этих выборах. И, естественно, все те проблемы, которые есть сейчас в администрации Байдена, в частности, внешнеполитического характера, одно из таких важных направлений, где есть как раз-таки украинский и война против России, я думаю, для него было бы однозначно немаловажно, ознакомиться с позицией официального Киева, с позицией Владимира Зеленского, ознакомиться с планом победы, ну и, и иметь возможность быть более в курсе дел, то, того, что происходит, чтобы потом в дальнейшем, если он победит, скажем так, более оперативно заняться этим направлением. Да, были, были кризисные моменты, и как раз-таки связано это также с, внутри, с внутри политической ситуацией в США и видим, как сейчас очень сильно идет противостояние между демократической и республиканской партией, так же, как и противостояние между штабом Дональда Трампа и штабом Камалы Харрис, потому что тут очень непростая ситуация, тем более сейчас есть проседание рейтингов у Трампа, и как раз таки это касается ключевых штатов, где как раз таки может и решаться решится судьба всей избирательной кампании. И я думаю, что вот те нападки, которые были на президента Зеленского, на наш дипломатический корпус, на Украину в целом, я думаю, как раз-таки это и связано с вот этой внутренней борьбой в Америке. Но я думаю, что все-таки есть немало. Я уверен в этом, что есть немало э, республиканцев, которые поддерживают украинское государство, которые однозначно выступают против э, действий Российской Федерации. И я думаю, как раз таки вот вот это количество представителей этой партии они повлияли на решение Трампа, чтобы все-таки он согласился встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и наоборот, чтобы они провели конструктивный конструктивный диалог то и произошло. И это главное. Ну и тем более, это был действительно уникальный шанс, когда можно было встретиться с президентом Украины, не выезжая за пределы США. И видим, что Джозеф Байден это сделал, сделала это и Камала Харрис, как э, она э, это сделала и как вице-президент, и как э, кандидат в президенты от э, демократической партии, то есть фактически такой шанс потерять, это было бы действительно очень э, неблагоразумно, по моему мнению. И я думаю, все-таки там э, одумались и все-таки э, решили этот, э, э, эту встречу э, организовать и, что она успешно произошла, поэтому я думаю, что очень важно далее поддерживать официальному Киеву конструктивные отношения с, с обеими партиями, с Республиканской и Демократической, и далее выстраивать с ними взвешенный диалог, потому что мы украинск, Украина, украинцы хотят двупартийной поддержки, чтобы Соединенные Штаты Америки делали все возможное чтобы мы смогли выстоять в этой войне и дальше продолжать развиваться и также выстраивать плодотворные отношения с Соединенными Штатами, тем более, что у нас уже подписано соглашение о гарантиях безопасности, и это, скажем так, делает возможным то, что наши отношения переросли уже из партнерских в союзнические, и это стоит понимать. Я думаю, что США дальше нас будет поддерживать, в том числе и в контексте плана победы. Украины. Я думаю, что те, те переговоры, которые произойдут в Германии в октябре месяце, они также будут демонстрацией того, что Соединенные Штаты не оставят нас без помощи, невзирая на то, кто возглавит Америку в январе месяце. Мы говорим уже о том, что мы имеем двупартийную поддержку. Это уже очень большой плюс-результат этого визита. Теперь будем ждать... Октябрь и обсуждать с вами результаты Рамштайна в нашем эфире. Спасибо большое за подключение. Станислав Жереховский кандидат политических научных корреспондент Украинской академии геополитики и геостратегии был с нами в эфире телеканала Freedom.